Всем добрый день. С вами на связи Каныбек Шадыканов. Сегодняшний рынок, цены 6 января. Хочу ознакомить вас, какие цены после Нового года. Такие мандарины по 5 лир. Апельсины. Гранат получается. Вот такие вот гранаты по 3 лиры. Вот смотрите, какие сочные гранаты. Аби наркач парадан? Нар 5 лир. Килограмм 5 лир. Вот брокколи есть еще. Айва. По 3. Нар айва кач параби? Сахари айва са 6 лир амча. Сладкий как сахар 6 лир. Сахария. Сахария? Evet. Мерсин 2 var 2,5 да olur. Сахария, да. Вот пучок лук. Чеснок стоит 10 лир. Лимоны по 3. Большие они, в принципе. Кабачок подорожал по 4. Яблоки 3 килограмма на 10. И всякая зелень. 3 килограмма по зелени. Картошка 4 килограмма за 10. Рынок очень большой. Крытый такой рынок. Капуста по 5 лир. Кабачок по 5. Лук по 2,50. Картошка по 2,50. Там разные цены. Помидоры по 5 лир. 4 огурцы. Морковка по 2 лир. Вот такой 5. В этом ряду одежда тоже продается, игрушки. Всего на один день этот открытый базар работает. В данном случае в этом районе Мезетли по вторникам такой базар. Все для посуды, одежда, для кухни, чайники. Много чего можно здесь найти. Вот. Вот такие вот вещи. Вот видите, все для кухни есть. Ну там дальше до конца такая же история. Ну вот она такая. На открытом воздухе все, видите? Я быстренько пробежусь, чтобы вы имели представление о открытом базаре. Вот если так 180 градусов сделаю, вот этот открытый базар. Такие тележки продаются, они от 50 лир и выше идет. Вот эти турецкие чайники
Сверху заварка, снизу кипяток. Вот такие стаканчики. Ну все, вот граната-выжималка такая. Видите, такая. Она где-то от полторы тысячи, по-моему, рублей. От 150 лир и выше стоят они. И вот так она дальше продолжается. Вот набор ножей всяких, прищепок. Вот. Вот такой, который я говорил, она стоит 225 лир. Нарычен, да, был? Нарычен, буртукал, лимон, хакси. Нар, лимон, супер, оригинал. Бай, индирмели, чевермели, дейлди, турк малы. Türkiye'den, Türkiye'lik değil mi? Malı. Güzel abi, garantisi 2 yıl. 2 yıl garantisi evet. Var. Турецкий получается 2 года гарантии. Tamam. Вот такие вот ковры для кухни, для зала. Там через дорогу, видите, кленки продаются для кухни. Ну и вот одежды такие, спортивки, детская одежда. Продается 15-20 по-разному. Ну что-то по 5. Что-то со скидками. В Колумбии. Перемешку, да, все идет. Вот на таких фургончиках приезжают. И вот такой крытый тент. Вот. Вот и ремонт. Тоже ремонт чайников. Видите, сервис обслуживания. Есть крышки. От нагара, да? Вот они припарковали свои автомобили, потом вечером, когда нужно будет уходить, они все будут собирать поспешно. Поэтому нужно будет ее